3 сентября 2023 год. И снова треть. Весь день это будет. Знаешь, афоризм сегодня такой. Набирать политические очки легче всего, раздавая розовые. Написала 12 ноября 2010 года. Уж не знаю, по какому случаю. Розовые очки. Розовые очки у меня еще есть в одном афоризме. Розовые очки бывают и от кровавых слез. А про политиков? Что про политиков? Лучше всего, про политиков лучше всего у меня, по-моему, афоризм. Представители народа. Представителям народа все сложнее представить себе народ. Вот такой афоризм.